И всем привет, друзья, с вами Фламинго, и мы продолжаем проходить Kingdom Come Deliverance. Значит, в прошлый раз мы договорились с сыном кузнеца, по-моему, да, Флорина, или нет, кто такой Флорин, я уж не помню. Спасти девушку, в общем, его надо. Это, как я понимаю, рыженькое, да, побочное задание. Никаких следов я так и не нашел, к сожалению, здесь, пока расследовал вот это вот. Кипишь в Сазаве здесь с фальшивомонетчиками. Поэтому придется все-таки выполнять побочку. Флорина расскажет, где эта тропота и прочее. Была инфа, что они в лагере вот здесь, но там были левые типы какие-то, и в итоге их я не нашел, к сожалению. Вот, поэтому мы скачем. Ага, скачем. Чё? А, ну нормально, сытость, энергия у нас по статусам все четко. Баф у нас есть. Основные. Бюргер, правда, пропадет сейчас. Но это ничего. Потому что мы не в поселении. Значит, мы скачем спасать девушку Флорину из купалин, которую похитили. Правильно же? Девица в беде. Найди место, где держит в плену Эстер. Заброшенных волчок рудокопов. Это все, что мне известно. Теперь нужно отправиться туда и найти его, чтобы то ни стало. Ну да. Вот. Качем, значит. Спасем сейчас ее. Флорин расскажет. Я надеюсь, там не жесткие ребята будут. Все, в принципе, у меня эквип нормальный. Я их разнесу. Опа. Так, а вот это интересненько. Это не происшествие, ее здесь не было, когда я искал. Огилки с кладом. Из-за музыки? Не слышу, по-моему. А, о! Лагерь. Эй, кто здесь? Ах ты тварь. Ой, он не один. Ой-ой-ой, ну да, я так и думал, в принципе, ничего не удивительного. Что происходит, блядь, что меня оттолкнуло куда-то? Так, один... Отъехал. Неплохо я так получил по голове. Господи, он вот с этим щитом так мешает. Тот чел умер, да? Просто прикончу. Да ага, обойдешься. Еще кого прикончит. Эй-эй. Нет, все-таки да, ты меня прикончишь, брат. Нет, не надо, остановись. Очень мало. Эй-эй. Стой. А, он сдался в итоге, да? Да мне вообще посрать. Добить, да, давай добьем. Я сейчас открывать око умру. Так, значит. Иное. Где тут повязки? Отек головы мы убрали. Пища. Зелень лазер у меня одно всего. Два целебных действия. Вот отваров с календула дофига. Можно, в принципе, их выпить. Можно вино выпить. Тут единственное, что хилит, это, походу, вино и иногда какая-то пища определенная. Я так понимаю, можно хлеб он съесть. Это, бля, зачем я хлеб съел, дурак? Тут же это тоже питательность дает. Ладно, пока так подхилимся. Обобрать. Что тебе тут интересно? Да ничего у тебя тут интересного, параша одна.
Денег нет, ничего нет. Да что? Деньги есть. Вот набор кузнеца, кстати. О, отвар с календул сберем. Ловкость сила 59. Повязки, кольцо заберу. Стрела, это количество же? Да. О, ничего себе, у него 40 стрел, я заберу. Кизила, лук тоже заберем. Лучник хренов. Вообще, что за лагерь здесь был? Это тот лагерь, который, ну, который мне не нужен. Сила 13. Ну, у меня 13 как раз. Значит, эти можно спрятать, потом продать их. Не забыть только надо. Чирду тоже надо будет продать, кстати. Пробиваем. 130 у него урон. А у меня какие стрелы дальнобойные, да? 110. Это 150 улучшенный пробивной. Надо будет стрелы тоже закупиться нормально прям. Я луком вообще что-то не пользуюсь. Так-то неплохо, в принципе. Так, сколько он? Хилит 2, энергия минус 2. Блин, ну 2 хилить это мало. Блин, а это питательность 18, да? Надо на голодный желудок, короче, все делать. Тут очень как бы... Форные некоторые вещи, стоп. Игрок, навыки, о. Карманная кража, мне прокачал, здесь забыл прокачать. Больше денег. Тем же уровень, наверное, что и у вас. Обычно такие люди одеты так же, как и вы. Не, ну вот. Душная какая-то штука. Ну и все, в принципе. Так, и чего? И все. Здесь никого нет, вот он убитый, этот мужичок. Деньги ему уже не нужны. Мартин Вижек какой-то. Кто это такой? Ломаем штучку. Критизапков уровень повышен. Алтарная свеча из Франции. О, ничего себе здесь. Ткани, броникс, каша. Это просто лагерь, походу. Который... купца вот ограбили. А чё там? Иди, найди пропавший молдавит. Я какую-то другую задачу, по-моему, выполнил. Да, точно, я... я задачу, где пани Стефани надо это... украшения вот эти все, вино там, коней привезти, выполнил. Что-то я вообще ничего не понимаю. Я вот приехал сюда. Было написано. Найди место, где держат в плену Эстер. И побочный. Я понял. Вот. Всего три задания здесь можно отслеживать. А, так это вообще не то было. Вот я гений. Поехали. Я приехал вообще не то делать. Я в итоге правильно убил их все, там обокрал их. Но эти типы, они просто вот этот камень своровали. Типа, на рыбе лежат убитые, впереди слышен звон оружия, крик, кажется, на кого-то напали. Не, давай пропустим. Не хочу я драться, мне некогда. Драться. Почему летом, говорю, днем все это делается? Почему не... Ой, днем, ночью. Я говорю здесь. Почему ночью это делается, а не днем? Днем бежишь, все, вообще ни одной активности. Теперь раньше, когда слабенький был, там то нападет кто-нибудь, то еще что-нибудь. А это вообще никакой активности. Только ночью. Ночью бежишь куда-нибудь, тут хоп. Тут нападение, тут это, тут то. Ой, ужас какой. Тридцатка, два раз календул, 75. Давай отвар с календул еще выпьем.
Сейчас набухаюсь ночью. 15. Теперь я понимаю, зачем нужен был скилл, где можно переедать и ничего не будет. Я просто почему не стал задерживаться там и нападать. Ну, во-первых, мы сюжет все-таки проходим, а не вот эти вот побочки всякие там. Я понимаю, что плюхи могут быть какие-то, но все же. Во-вторых, у меня половина хп, чуть больше теперь уже. Поэтому как-то, ну, не хочется. Факел не беру, потому что разбойники могут запалить меня. Так, мы также едем налево, да? Вот здесь просто пересечем вот так сюда и тут вот сократим тогда. Вот до сюда едем. Но опций больше теперь. То есть я могу не просто убежать, я могу подождать и вмешаться. То есть раньше такого не было. Раньше ты либо дерешься, либо бежишь. Здесь можно подождать, сейчас что-то еще выбрать, короче. Вариативность появилась. Более приемлемая вариативность, так сказать. Ты не в тупую дерешься, не в тупую бегаешь. Есть какая-то Т-тактика. Опа, стоим бы. Поворачиваем. И поехали сюда вот. Вообще нихера не видно на самом деле. Надо взять факел, не могу так. Надо не забыть, что я это. А, да, туда поехал, ладно. Не забыть, что я щит убрал. Вечная проблема в драке. Забывайте, что я факел поставил. Тут я не проеду, видимо. Да, тут я не проеду. Блин. Придется объезжать. Опа, это что такое? Это штольня, да, я так понимаю? Да, это штольня. Неплохо. Наткнулся случайно вообще. Ага, музыка пошла, я понял. Началось что-то там. Это движ Париж, а это что такое? Убежал. Это в штольне, наверное, там что-то. Так, до сюда я добежал. Добрался. Теперь. А, теперь сюда бежим. Лагерь. Интересное место. А где тут интересное место? А вон лагерь, кстати. Вот прям интересное место. Это типа вот это вот интересное место? Нет, не... Да, вот это вот интересное место. Колодец какой-то. С которым вообще ничего нельзя сделать. Чем он интересен? Собственно. Так, вот теперь мы этот факел убираем. Есть вариант подождать. Слушай. Просто подождать можно, в принципе, до утра, кстати. Прокатит так? Мне никто не нападет. Еще подхилиться. И потом уже идти туда. Правильно? Правильно. Но 15 на 7 хилит. У меня 8 здоровья. Давай, в принципе, вина похаваем, наверное. Выпьем отличного вина. Да, 97 сытости. Можно еще вот это вино. А, нет, нельзя питательность 15. Ошибочка вышла. Туго.
А вон они, я вижу. Стоять. Сколько их тут, я ж не вижу. Вон один ходит, один лежит у костра. Один готов. Хедшот. Достаем меч. Это я пропустил, я дурачок. Ему... Готов. Все, что ли? Кто-то вообще как бы это... Не алло, да? Крутит сарай сюда, а? Нифига себе, слушай, у него прям хорошие эти. Вот это вот я заберу все, дорогое. Поры. Поклонники, платные перчатки, это я все заберу и сейчас... Потом продам. Халявный бабас, так сказать. Оружие. Ну, оружия здесь нет у меня. Вот это туда, туда, туда. Вот это туда. Это тоже. Кольца ставлю. Крейзи отдам. Так, малый броник. Угу. Почему применить набор кузнеца? Да. Броник не то. Портной. Ну, сука. И у него ключ от сарая. И ключ от сарая, кстати, стоять. Стрелу вернул мне. Ты, кстати, тоже, дядя, стрелу мне верни. Стрелы на вес золота. Хотя их уже насобирал миллион просто. Надо умыться здесь нельзя. Ну, один чел убежал, ясное дело. По-моему. Да, он туда, да, куда-то побежал. Какой дурачок с этим. Пожалуйста, помогите. Да, теперь не обидит. Я одному в голову, прям в глаз нахуй прострелил. I'm a fool. I thought he was just a dandy, God knows why. And it turns out he's a villain in league with thieves. And a coward too. This whole time he knew where I was. Ради бога, замолчи, там вариант прикольный. You're right. Ну, мы отговорили, поэтому все нормально. I'd say so. We should probably set off. Я пойду с тобой. I'd hate to lose you on the way. Да, сразу вернемся, чтобы самому не бежать. Я думаю, вы поняли. Потому что если она пойдет одна, тут как бы есть шанс, что она опять куда-нибудь вляпается. И плюс мне бежать, вот этот быстрый переход. Юзать туда-сюда. Лучше так. Так, готово. К Флорину надо зайти теперь. Надо будет поспать. Там энергии мало очень уже. Мне нельзя как бы просрачивать сон и понижать энергию, потому что там баб же есть такой. Переедать нельзя и не досыпать нельзя. Получается, он нам сейчас расскажет, где кого искать, кто тут большим умничеством занимается, да? Так, а я вот смогу где-то здесь? Чё? Да ты чё-то здесь потерял, по-моему? Я в купальнях? О, нифига нормально заспаунился чел. Прошу лавки. А так это лавка. Лошадку сюда. В принципе, не такой... Не такое уж и сложное задание. А, стой, у пекаря же, вот, здесь. Чё, прийти там одного, считай, убить, второй. Вообще нулевый был. Погоди, мы давай вскроем, ничего посмотрим, что здесь. Интересно.
Christ, a thief! People, a thief! Ой-ой-ой. I see a thief! God! God, come here quick! You there! There's a thief over there! Давай заплачу, я заплачу. Я это... Все. Взламываешь замки. Да все, я понял. Слушай, может попробовать угореть? Да не брогайте, мне кажется, стражников сильно высокие показатели, если они вообще не видны, у них знаки вопроса. Давай заплачу. Держи. Да, сори. Лучше занесу свою добычу. А чё, я отдал ему ещё что-то? Ничего ему не отдал. Я ж ничего не украл, правильно? Ну да, вон у меня всё есть. И это тоже я вот у них всё, что забирал, тут всё у меня есть. Ну и нормально. За оружие ничего не забрали. Да тоже. Ещё тем более. Ну и норм. Всё, иди отсюда. А ты, дурачок, где ты? Куда он делся? Ой, додик, куда ты побежал? Нахер я его этот взламывал, блин. Вот он. Голышом убежал. Ой, придурок. Да вот ты убежал. Иди сюда. Храни тебя Бог. Спасибо. Донес на меня. I found that Esther of yours. I know. Back already. How can I ever thank you? Давай рассказывай мне. By telling me all about the goings on with Rakuten. They found me in the tavern one evening. Caught me when I went to the shit pile. They started to badger me about working for them. They? Yes, Rapata. And a knight they called Panjezik. They explained what they wanted from me, and I told them to sod off. I'm guessing that didn't go down too well. It wasn't all that bad. They just threw me on the dung heap and left. Швырнули меня в дерьмо и ушли. But then they took Esther. Where will I find Rapata? He's usually wherever I am. What does that mean? He watches me everywhere I go. And when I'm at home, he sits on the bench in the square watching my house. So he's there now. Hard to say. Sometimes I see him in the tavern on the green, buying supplies. All right. At least I know where to start. And you go to work tomorrow, you hear? Why? Because we have to lure him out. And besides, your master will surely be glad to see you. I have my doubts. Найди Рапату. Why didn't you tell anyone? At first I took it for a bad joke. And then when they snatched Esther, there was nothing to be done. Думал он. I suppose I better go. I'd hate the bastard to get away. Good luck and thanks for the help. Good luck. Так, возле корчмы что-то он сказал там, да? Открыть замок, отлично. Они еще не проснулись, да, я так понимаю, да. Реально времени мало. 10 подождем. Давай, сколько же вы работать начинаете? Сколько уже время? 10, блядь, их нет, все еще занят. Или я не с той стороны долблюсь просто. Ой, блядь, как меня раздражает душниловка. Вот надо подождать, прийти, блядь, посмотреть. Лизнуть замочную скважину, чтобы он появился. Ну, серьезно. Опа. А это кто такой у нас? С мечом стоит, в трусах голый.
Ты кто? А вот и Рапота. Конечно, знаком. Куда тебе надо идти? It'll only take a moment. All right then. What do you want? I know you buy quick stuff from counterfeiters. It seems there's no point making excuses. None. Now tell me where their workshop is. Of course, of course. That will be the best solution. Что ты мне язык заговариваешь? Let's leave it for another time. Оставим это на другой раз. Ты чё, урод? Поймай, а как поймать? А, так он не голый в трусах будет, штаны просто такие, да? Так, а если я с лука по тебе жахну, как ты нормально себя чувствовать будешь? Я не попаду по нему. Здорово, мужики. Я тут немножко занят. Да стой ты, блядь, дурачок. Почему, когда я к нему прям приближаюсь, у него спринт появляется? Смотри, опять появился. Или так и задумано? Я вообще не догоняю. Развернуть, блять, то нажал, его обокрасть нажал. Стоять. So, are you ready to talk? I will. Я бежал за ним. Just don't hurt me, please. What do you want from me? Tell me where the workshop is. Don't worry. Your master won't be punishing you for betraying him. You're both gonna have too many other problems. It's in the Калинском руднике. That doesn't narrow it down very much. On the eastern side of the стороне Скалинской горы есть заброшенная штоль. Но раньше она была заброшенной. А теперь перед входом у нее есть небольшой лагерь. А внутри мастерская. Who is your lord? Пан Ежик из Ронова. Так мы его называем. Хотя замка в Ронове уже давно нет. Ронов used to belong to Vincent, Count Lichtenberg. After his death, it fell to Margrave Jobst, and he had it pulled down. He knew full well that Vincent's vassals would resist him. Why? Everyone knows that when a lord dies without issue, the king can confer his estate on whoever he pleases. But Vincent had descendants. Ronov only fell to the Margrave because he declared them all illegitimate. All because Vincent had refused to fight for him against Sir Prokop. Sir Ježek led a revolt of the vassals, but Jobst rounded them all up. Only Sir Ježek got away. Since then, he's become the scourge of the domain. Who are you, anyway? They call me Rapota. I used to be the executioner's henchman in Brno. How did you come to be serving Sir Ježek? I helped him escape from prison. If I was going to serve anyone, better Sir Ježek than the executioner. So you saw being a brigand's henchman as a step up in the world? I thought if things changed and he stopped marauding, he might get Ronov back and take me into his service. Well, after this little escapade, you can forget about that. You'll be lucky if you don't end up swinging on the gallows. It's all the same anyway now. I've betrayed him. So who's Sir Ježek working for? Don't tell me he just took it into his head one day to start forging coins. That's not for me to know. Sir Ježek was on speaking terms with various lordships. Such as? We were often guests at the monastery, but I slept in the hayloft, so I heard nothing. And apart from that? In the camp, you'd occasionally see a Hungarian nobleman, but I don't know what he was doing. Дворянин из Венгрии, но не знаю, кто он и что он.
такое. Ну, мне хватит, в принципе. Такой вещь. Ужасная смерть, лучше убей меня прямо сейчас. Накажем его слугу, наверное. Господь всемогущий, небеса. А как мне убить прямо в центре города, что ли? Чё вы смотрите на меня? Всё. Так вот это вот заберу. О, крендель и морковка. Морковь целебное действие имеет. Да я это, в принципе, заберу. Всё, братан, сори. Услугу ему оказали, в принципе, я думаю. Где лошадь-то? А вот лошадь. Так, значит, задачи обновились у нас. Теперь нам надо что сделать? Заручиться помощью Ульриха. Сначала, да, и потом найти вход в штольню. Кстати, вот тут я как раз-таки ее и находил. Тут я, то есть, как раз-таки и был. Ага. Поехали. Просить Ульриха помочь. Потому что что-то я не хочу один туда гнать. Мне кажется, они меня там отшлепают. Жестко. 71. Морковь не буду пока есть. Но энергия отнимает. Надо это пытать на спину, в принципе, бахнем. Да мне хватит пока что. Вообще я поел бы с котелка с какого-то. Например, вот с этого. Не, уже не поем. Крестьянин, корчмарь. А где рыцарь-то? Где Ульрик? Тут где-то? Ой, я нарушаю закон. А, вот он где сидит. Короче, я все узнал. Показывай дорогу. Гол. Короче, я заметил, там задание провалилось. Типа узнать, кто чеканит монеты. И мне кажется, то, что на самом деле можно и не только так вот пройти. То есть, опа, я уже вижу одного. Лагерь вижу еще. Зачем ты? Ты что, дурак? Я что, я в него попал? Кончелыга, ну и тут только умирай, тут без вариантов вообще абсолютно. Смотри, сколько их тут, четверо, да? Четверо, один вон еще стоит, пятеро. Быстрее убейте меня. Что-то, когда я вот сражаюсь, блять, вы так долго меня убиваете. Ой, так быстро убиваете меня. Тупой кончелыга. Я неужели я по нему попал? Ой, бля, вот это косяк был, конечно. А-а-а, да. Ну, я теперь знаю, что где. Сейчас мы все это проскипаем. No, I give up. Can I ask? Yes. I don't.
As you wish. Our father. There. Satisfied? I finally have no idea what to expect. I will be glad. Еще раз доказывает. О, а почему сейчас меня сохранил? Фига себе. То есть до этого он не сохранил. Бля, я еще высоко беру, когда целюсь. До этого не сохранился, сейчас сохранился. Гениально. С первого раза типа не сохранился почему-то. По какой-то причине, хер поймешь по какой. Если их там 6 человек, и он бежит пушить, надо убрать сначала тех, кто самый легенький. Не-не-не, тебе показалось, брат. А почему ты опять меня бьешь? Почему? Что за бред? Во, отлично, да, дерись с ними. Мы сейчас по-другому сделаем. И этот застрял, блин. Лучник ебучий. Портин. Да какого хрена вы вдвоем-то на меня напали? У вас есть кого убить, алло. Васьки. Не, и хоть прям они очень сильные, точнее, очень бронированные. Ульриха грохнули еще или нет? Я опять не туда. Один есть. Потом мы Ульриха бахнем. Не надо, не бей меня. Давай, 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 вперед, пошел, мой верный пес, погнал, давай, гони их. Насмехайся над ними. Он реально за ним прям бежит. И все? А где вот эти вот? А мы? Че, ты теперь меня будешь? Или нет? Еще пьяный, блин, бред, вообще топ. А, стой, стрелы нужны. Лукас. Что я сделал? Лукас Кизила. А, у него забрал все правильно жертву. А, у него экипирован он был, все. И мне кажется, я свой отдал ему. У него сейчас стреляет фигня, вот пробивные я заберу. Наверное. Это что-то за это забагался, чел. Мой друг, который на меня по кучку катил. Здесь что, мы гроши забираем. Хлеб заберу. Здесь еще сдохли вот в кустах где-то челы отъехали. Хрен найдешь их теперь. Да все, хорош рыгать. Вот еще мертвый лежит. Да, ну да, в принципе, здесь все, в принципе, ничего больше собирать. Но я что-то вижу только четверых-троих, а их там чуть ли не семеро-шестеро было. Что-то блескнуло вот здесь. Не, нету. Проходняк после этого, что ли? И не, нету, нет. Пьяная удача. Да, вот пьяная удача самое то. И он забагался, кстати. Но я думаю, что... Здесь нет ничего. Вроде как стрел, ну. Стрела херь полная. Давай поедим что-нибудь, что у нас там хилит морковка. Морковка хилит. Он так и будет бить. А, он кого-то, это, кто-то убегает, наверное, за ним пытается бежать. Не суть, важно. Мы пойдем в штольню.
Я с ним поговорить не могу, получается, правильно? Да, я с ним поговорить не могу. Что мне делать такого? Это, убивать его? Он же на меня бочку не катит. А, он со штольни идет. Здесь чел со штольни идет. Да господи, ну... Да-да, вот теперь давай я сейчас умру, а этот придурок там стоит... Нет, не стоит. Один умер. Сын попал случайно. Меня будешь трогать, не будешь? Нет, не будет. Дадите мне на тебе. Гроши, морковку заберу. Это заберем. Морковка хилит нормально. По двоечке хоть. Пойдем еще зайдем в штольню. Надо починиться, я прям чувствую, у меня там растарабанили все, что можно, да, вон. Ага. А, ну лук эскизиом мне не надо чинить. Угу. На самом деле, ну, консервный нож можно бахнуть, да, я его и прокачаю, наверное. Пойдем, пока это там кошмарится. Еще это нихера не видно вообще. Еще враги-то будут. Налево давай пойдем. Нет, налево не пойдем, здесь тупик слева. Да, вон враги. Сколько их тут? Право, я слышу. А, ну, тут бежать надо было. А, ну я с Ульрихом пришел, все правильно. Ничего себе тут. Опа. Господи, кто ты, что тебе нужно? Я там на короля пана Радска кобыл. Тоби пришел, да. Sure, we could come to some sort of agreement. I have plenty of coin. We can come to an agreement that you'll keep your mouth shut. Please, don't take this personally. Wait! Эй, я его не допросил еще. Do you want to do it? Be my guest. It gives me no pleasure. You can't kill him. I have orders to take him to Ratai. That is unfortunate. I have orders to kill everyone involved in this business. You can't do that! I have no choice, as you are aware. Значит, мы будем драться. Why do you want to kill him? He may have valuable information. For that exact reason. My master does not wish this man to fall into the wrong hands. Especially those of Radzik. А, он не хочет, чтобы он в Радзик... Вы предатель, может солгать, что убили его. Вы предатель. Бывает. Ну ты козел, конечно. I've beaten you once already. Do you really want to try again? I have no choice. You could hang up your sword, stop being a knight.
Why would I do that? Your age. Every morning you wake up feeling more and more sluggish, day after day just collecting more grey hair and losing your strength. If you'd been a few years younger, you'd have carved me up. But now, if even a brat like me can trounce you, that's probably the Lord's way of telling you to find a new line of work. It's time to look the truth in the eyes. You've grown too old. Провал? Да, провал. Not so weak as to let mere words defeat me. Very well. You asked for it, old man. Блин, драться придется ему все-таки. А чё это? Ага, да, вот так вот даже. Я понял. Даже вот так. Да дай продохнуть-то хотя бы. Не, это охренеть просто. Он меня еще в углу зажал, я выйти, блядь, не могу. А, нет, сейчас он меня убьет. Без выносливости я труп. Или нет? Предатель сраный. Ой, господи, я сейчас умру, походу. Конечно, рыцарь из меня херовый, на самом деле. Еще пространства нет вообще. То есть тут, блядь, наступаешь на пенек на сраный, и все. У него еще хереть там хп сколько, я вон смотрю внизу. А я уже свое все просрал. Надо ему как-то в голову попасть. Что за звук был? Он даже не блокировал. Понял. Ошибка была на лоу выносливости что-то делать. Ну, нападай уже. Левый, правый там или как? Да господи, блять, вообще ничего нельзя сделать против него. По голове мне въеб. Да и выносливость, шакал, блядь, вонючий. Я вообще не понимаю, как, куда идти тут. Вообще ничего не видно, во-первых. Во-вторых, ну кое-как видно. Во-вторых, места мало, блядь. Хер поймешь, что. Ну, что-то как-то... Господи, какой ужас просто. Вы видите, да, вот эту вот тряску, блядь. На пенек встаешь, на стол встаешь. Я сейчас сдохну, мне кажется, потому что у него хп всяко больше, а я не могу иногда выйти просто. Только блоки, контратаки. Ну, кроме вот этих вот, потому что он сильнее меня всяко. Да. Сейчас как будто я вообще не пробиваю. Клинч вообще не работает, по-моему. Он меня зажал просто.
Почему у меня скринчал не бьет его? Я прям вовремя нажимаю. У меня только крестик появляется. Почему-то типа... тут чел лежит. Поэтому крестик появляется. Успел. Не успел. Чуть остался. На тебе. Та база. Погиб. Фух, вот это бой был, конечно. Дверь от сундука. Это офигеть у него, я здесь все заберу. Но все дорогое. Ему все покоцал здесь. Ну пофиг, я, в принципе, не по барабану, я чисто. Заберу все и продам. Прям так, такое же продам. Покоцанное. Пофиг. Стрела. Пробивная, я хотел сказать. Так, 130, да? Тогда давай, наверное, 110 мы выкинем. 8 штук. Берем хотя бы вот эти 26, а вот эти я уберу просто все. Вот и все. Доспехи. Лишние уходят. Нет у меня набора больше. Охренеть, он как мне покоцал здесь. Ума. Так, где тут? Варбронника. Кузнеца. Кузнеца там на самом деле есть еще, по-моему. Оуф. Барбронника минус один уже есть. Малый, точнее, набор броника. Малый набор кузнеца отъехал тоже быстро. Как... Набор портного. Портных наборов у меня нет, поэтому я буду, видимо, страдать. Да, стёганый кофе надо починить, воинскую куртку, иначе я просру. Набор портного. Еще покушать, наверное. У меня с ХБ проблемы. Зелье лазарь. Давай выпью, в принципе. Чего уж. Какая разница, в принципе. Ты его сейчас выпьешь, а потом надо же. Хоть когда-то выпить его. Please, please. I'm sure we can come to some sort of agreement. You can talk all you like, but not here and not to me. Let's go. Арестовали. Let's go. Master Faithfar is very keen to meet you. Work, Henry. Thank you, Master Faithfar. It wasn't easy, I can tell you. I'll take some men and have a good look around there. And what should I do? You should get some rest and go to Rate. In the meantime, Sir Radzig will have this wretch questioned. Maybe he'll get something useful out of him. All right. I'll see you in Rate then. Весь грязный, кровище просто. Да такие просто баталии были. В этой штольне снаружи. Портной. Так, значит, на этом все. Заканчиваем, потому что очень много я времени потратил. И обрезать это все, конечно, будет грустно. Тем не менее, придется. Значит, увидимся в следующее воскресенье. Продолжим 12-й части, вернемся в Рата и узнаем, куда нам дальше надо идти. Пока без записи, сейчас быстренько сгоняю к портному, все это починю, отдохну. Приведу в порядок, помоюсь, потому что, сами видите, тут вообще прям ужас. И на этой хорошей ноте я с вами прощаюсь. Увидимся в следующее воскресенье, как я говорил, в 12-й части. Всем, кто смотрел, спасибо. До воскресенья. Пока.
you.